Ой, что-то я никак не соберусь, чтобы создать ролик. У меня что-то, не знаю, то настроения нету, то сил нету, то вообще просто какая-то лень нападает и все. Вот так вот бывает. В общем, я хочу показать там целый такой сборник. Насобирала я понемножку сюжетов таких, что я готовила в эти дни. Куда сходила, чего купила. Вот. И сейчас вот еще тоже хочу посадить помидорки. Купила какие-то горшечный, оранжевый томат. Красивый. Я видела, люди здесь сажали, видела, продавали прям в горшочках, очень красиво. Ну вот взяла. Попробую посадить, если что, я потом покажу, конечно, вам, что вырастет, если вырастет. Угу. Погода у нас сегодня, как я уже говорила, дождливая. В общем, вот так как-то. Что пекла я? Хворост недавно пекла. Я его съела. Быстро очень так. Я его спекла где-то после обеда к вечеру, ближе часам к 5, наверное. Ну, в общем, и к утру, утром у меня к обеду уже ничего не было. Часов 10 уже я его съела. Весь тазик. Я не знаю, вот такой вкусный получился, оторваться было просто невозможно. Так и руки тянутся, и хрум-хрум-хрум-хрум-хрум, ну и все. И весь хрумкало. В общем, вот так вот. Говорю, сейчас вот пришла с магазина, ну надо, говорю, наверное, выпустить небольшой ролик такой. Ну потому что, ну никак у меня что-то, я не знаю, не настроюсь я себя, вот знаете, как-то не могу настроить. Что-то бы делать. Ну, надо что-то делать, конечно. Вот так вот потихонечку. Сейчас буду сажать. Я вот, знаете, говорю, вот эти помидорки посажу. Потом еще я приготовила цветы. Эти... Какие же цветы-то я? Блин. Гвоздику, шабо. Покупала семена. Вот их посажу. Ну, может быть, еще огурец. Не знаю. Но сегодня вряд ли я его. Но хочу огурчики пораньше посадить. Может быть. В общем, вот так вот. Сбегала. Вроде бы и не холодно на улице, знаете, и просто солнышка нету. Если было бы солнышко, наверное, было бы тепло. Еще теплее, вернее. Но так-то тепло, ветра нету, солнышка нету. Плюсовая, все равно температура плюсовая. Вот и все, мои хорошие. Травка зеленая у нас, настроение весеннее. Так что смотрите, что я там сготовила. Я рецептуру напишу, что я готовила. Сколько чего, насколько. Может, кому-то пригодится. Поехали. Сегодня на завтрак я себе сделала кашу пшенную. Очень вкусная, мне нравится. Я люблю такие кашки. Вот. Давно не варила. И вот сейчас решила приготовить. Вчера ездила в Курганинск. Купила еще по пути дорогой молока. И думаю, надо сварить быстренько кашу. Ну, вчера не получилось. Значит, я вот сегодня с утра решила это сделать. Как я варю, я напишу вам. Очень вкусно всегда получается. Варю себе супчик такой простой, постненький. Взяла картошку, пшено бросила одновременно в кипящую воду. И сейчас пережарю морковку с луком. Ну и брошу зелень. Вот будет мой такой супчик. Ну, в общем, вот сварила супчик. Такой пшенный, вкусный. Добавила говяжий бульон сюда. Очень вот такой вот. Считаю, постный супчик. Можно и с майонезом покушать, кому как, со сметанкой. Будет уже не постный. Смотрите, какая красивая и большая капуста, которую я вырастила в прошлом году. Это она у меня росла, до сих пор в огороде была. Сегодня я ее только сорвала. Пошла, думаю, пойду гляну, что там. Вот. Это ужасно. Почему у меня первый раз в жизни такая выросла капуста? Как кулачок, да? Сравнить, наверное, с моим кулачком одинаково, я думаю, будут.
Блин, кулак, наверное, больше. Но одна единственная, вот эта вот чуть-чуть побольше. Ой, вот такая вот у меня приключилась петрушка. Думаю, что-то жалко, хотела выкинуть. Думаю, ну, все вместе, может, что-то сготовлю. Борщик. Может, салатик покрошу. Вот так вот и буду. Не знаю, теперь уже в этом году сажать мне капусту или нет. Решила сейчас сесть перебрать свои семена старые. Новые еще тоже покупала. Но думаю, сейчас поищу старые, которые у меня были. Найти надо баклажан мне там. А то я прошлый год не нашла его. И, в общем, наверное, уже буду сажать. У нас тепло, плюс 10. Сегодня 21 января. Я думаю, что надо посадить баклажанчики. Они же туго схожие. И перчик, думаю, посадить надо. Ну, в общем, займусь чем-нибудь. Погода у нас, видите, какая. Бегу сейчас. Кефиру хочу купить. Слякоть, грязь. Вот, сыпет то ли крупа, то ли мелкая дождь, то ли мелкая крупа, непонятно. Но сходить все равно надо. Люди, как и я, тоже еще не все убрали капусту. У всех еще она растет в огороде. Ну, не у всех, но как бы это. Потихонечку берут, когда надо. Морозов сильных у нас нету, снега нету, и капуста растет. Ну все, пришла домой, называется, сходила за кефиром. Кефир взяла вот-то. Булку хлеба взяла. Мне он нравится, такой хлеб. Темный он это. Взяла бананы, лимон, 3 мандаринки. Взяла морковку, 4 штучки. Сыр взяла. Ну и это так, да. Разнообразие. Ну, в общем, вот это называется «сходила за кефиром». Вот так вот.